Всем привет! Я вас приветствую на своем канале «Красота и бисер». Сегодня мы с вами выполним серьги. Я сделала их в двух цветах. На красном цвете я покажу, как их делать. Просто хорошо выглядят они. Внешний вид у них аккуратный и очень такой, можно сказать, консервативный. Вот белые сережки хорошо подойдут к комплекту начала, который мы с вами выполняли раньше. А черные сережки хорошо подойдут к браслету, который мы выполняли, два браслета по одной схеме. Сюда подойдут и черные, и красные. На красном я покажу, как их выполнять. Если вам понравилась моя задумка, присоединяйтесь. Я взяла мононить сантиметров 70 и на оба конца сразу одела 2 иглы, чтобы было потом удобнее. Значит, набираем сразу одну бисерину. Ну, оставляем здесь вот так, чтобы можно было потом закрыть. Делаем заглушечку. И набираем 5 бисерин. 5. 4 отбрасываем. В 2 возвращаемся назад. Одну бисеринку берем. И возвращаемся в бисерину, из которой выходит нить. Проходим 3 штуки. Набираем одну бисерину и проходим в 2, которые внизу. И еще раз повторим это же действие. Вот у нас получилось 2 мотива. Теперь мы набираем не 4 бисерины, а набираем 13 штук и совершаем поворот. Вот я набрала 13 бисерин. Видите? 13. Теперь 4 я отбрасываю, проделываю те же движения, 2 назад. Подтягиваю. И теперь, по идее, нужно набрать одну бисерину, но мы поворачиваем и заходим в вершинку, вот так, чтобы у нас плетение это было внизу, и у нас это будет вершина ромбика. Возвращаемся в бисерину, из которой выходит нить. Проходим 3 бисерины. И все как обычно. Набираем одну. Проходим в эти 2. Теперь набираем 4. 4. Две отбрасываем, в 2 возвращаемся назад. Захватываем очередную свободную вершинку. Подтягиваем. Проходим в бисерину, из которой выходит нить. Смотрите, захватываем 3 штучки. Одна бисерина, в 2 проходим.
И теперь у нас получается, смотрите, заканчивая сережку, вот здесь у нас 5 от 3, набираем 2 штучки. И вот у нас будет закончено. Теперь, чтобы нам было полегче, я сразу набираю сережку, само ушко. Прохожу в бисерину, из которой у нас было начало нашего плетения. Проходим 3 штучки вот так. И у нас сразу оформляется сережка. Здесь я делаю узелочек. Так. И прохожу в предыдущий ряд, прохожу пару бисерин. Теперь возвращаюсь к нашему ромбику, одну бисеринку прохожу, вершинку я вот так игнорирую, прохожу в эту бисерину, проходим весь круг, подбираясь к нижней вершинке. Игнорируем вершинку. Это будет вот вершинка 3, 3. Так, и еще теперь нижняя вершинка. Теперь опять игнорируем ее, проходим в 3. И за счет этого, когда мы подтянем, эта вершинка вырисовывается, видите? И теперь проходим дальше в 3. И можно эту нить закреплять узелочком и обрезать. Я ее куда-нибудь еще протяну, чтобы узелок хорошо спрятался. И можно обрезать. Теперь у нас еще одна иголочка осталась. Мы ею также проходим в ушко сережки и проходим 3 бисерины. Делаем узелочек. И протягиваем иголочку, куда нам удобно, чтобы можно было обрезать эту ниточку. Обрезаем вторую нить. И также выполняем вторую сережку. Здесь просто оно подправляется, и все отлично получается. Вторая выполняется так же, как и первая. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за проделанную мной работу, и до встречи в новом видео.